Сегодня в Москве в торжественной обстановке вручили государственные награды лучшим сотрудникам вневедомственной охраны. Их заслуги и доблесть лично отметил директор Росгвардии Виктор Золотов. Он поблагодарил присутствующих за самоотверженность всех правоохранителей от дежурного до патрульных. Медалью за спасение погибавших отмечены 4 сотрудников, спасших жизни жильцов из-под завалов обрушившегося дома в Иванове. Также генерал наградил коллег за отличие в службе. Напомню, в эти дни вневедомственная охрана отмечает 65-летний юбилей.